Всем привет! Сегодня мы поговорим о никотиновой передозировке. Что это, какие процессы происходят в организме в момент передоза, а главное, насколько это опасно и что нужно сделать, если вы уже перебрали. И как не допустить последствий. Потому что сама по себе передозировка не так опасна, но воздействие никотина может наложиться на другие проблемы, о которых важно помнить. Поэтому не стесняйся делиться этим роликом со своими друзьями, знакомыми, подписчиками. Возможно, он кому-то поможет. Ну а встретимся мы через 20 секунд. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Сначала давайте разберемся, что происходит при передозировке. Никотин – это нейротоксический яд. Что это значит? А то, что он бьет по нервной системе. Если не углубляться в терминологию, то никотин воздействует на определенные рецепторы и тем самым активизирует выброс адреналина. Отсюда ускоренное сердцебиение, повышенное давление, учащенное дыхание. В небольших количествах это, в общем-то, помогает проснуться и сконцентрироваться, но стоит перестараться, и вот вы уже чувствуете себя не очень хорошо. Легче всего свалить передозировку на голодный желудок, особенно если вы при этом плохо спали или, скажем, выпили хорошую такую кружечку двойного эспрессо. Алкоголь с никотином тоже сочетается крайне эффективно. Все это, в общем, не то, чтобы вызывает передоз, а скорее наслаивается. Основные симптомы вы уже знаете. Давление подскакивает, кровь приливает к голове, сердце стучит, голова кружится и вас подташнивает. Иногда темнеет в глазах, и в редких случаях дело может дойти и до обморока. Что делать и куда бежать? Бежать нужно, в общем-то, на улицу, на свежий воздух. Но если на улице палящее солнце, лучше спрятаться в тень. Остерегайтесь духоты. Хочется прилечь – ложитесь, но следите за тем, чтобы голова оставалась на небольшом возвышении относительно вашего тела. Это нужно для того, чтобы кровь не так сильно приливала к голове. Пейте воду. Много. От чая, даже не крепкого, лучше пока отказаться. Лишний кофеин вам сейчас ни к чему. Вода – это универсальный волшебный эликсир, дарованный нам свыше. Только не пейте совсем горячую, это тоже может сказаться на давлении. Не паникуйте. Серьезно, большинство эпизодов с передозировкой проходят без особых последствий. Голова поболит и пройдет. Помнить об этом особенно важно, поскольку панический страх – это дополнительный выброс адреналина. Но, внимание! Все это относится только к легкой передозировке никотином при бытовом парении. Если вы или кто-то из вашей семьи умудрились принять внутрь большую, где-то от 30 мг дозу никотина, нужно действовать быстро и решительно. Нужно срочно вызвать рвоту, затем вызвать скорую. Пока она едет, закидываться активированным углем одну таблетку на 10 кг веса. При высоких дозах можно и побольше. Пьете воду и ждете. Не волнуйтесь, скорее всего, и в этом случае все закончится хорошо. О чем важно помнить? Умереть от отравления никотином достаточно сложно. Считается, что смерть может наступить, если принять дозу никотина где-то в районе 0,5-1 мг на килограмм веса взрослого человека или 0,1 мг, если это ребенок. Но вот в чем дело. Реальные случаи смерти от передозировок происходили при отравлении где-то 500 тысяч миллиграмм никотина, это 6-13 миллиграмм на килограмм веса. В целом можно сказать, что если не пить крепкую жидкость и беречь ее от детей, сам по себе никотин не так уж и страшен. Куда опаснее другое. Знаете, от чего в России люди умирают чаще всего? От сердечно-сосудистых заболеваний. И никотин сам по себе не является причиной, но он усугубляет то, что уже есть. А передозировка может стать катализатором, который приведет к чему-нибудь совсем плохому. Это правда очень важно. Пожалуйста, помните об этом. Основные факторы – это стресс, недосып, неправильное питание, алкоголь, кофеин, низкая физическая активность. Да, я знаю, что это стандартная комбо для жителя любого города, но шутки шутками, а ведь это большая проблема. Моя девушка работает в страховой компании в блоке добровольного медицинского страхования, и у них каждый день есть случаи репатриации. Это возврат тел людей с отдыха. Люди едут all-inclusive в жаркие страны, бесконечно бухают, курят на жаре, их проблемы с сердечно-сосудистой системой быстро дают о себе знать. Давайте проведем небольшой ликбез про сердечно-сосудистые. Про холестерин, я думаю, слышали все.
Это важное и нужное вещество, которое нужно для выработки разных гормонов, а еще делает устойчивым клеточные мембраны. Холестерин вырабатывается организмом, а еще содержится в животном жире. В крови холестерин содержится в виде белковых соединений. Грубо говоря, когда холестерин нужен, при помощи белков-транспортеров он отправляется куда ему следует. Такие соединения называются липопротеидами. Они различаются по типу плотности. Липопротеиды высокой плотности называются хорошими, а с низкой плотностью – плохими. Как можно догадаться, все беды как раз от плохих. Они имеют свойство скапливаться в кристаллы и так называемые атеросклеротические бляшки, которые закупоривают сосуды. И чем менее здоровый образ жизни ведет человек, пьет, курит, мало двигается, тем выше у него концентрация плохих липопротеидов. В какой-то момент кровеносный сосуд просто закупоривается, а дальше все зависит от организма. Что можно сделать, чтобы предотвратить беду? Ну, как минимум, не давать организму отвыкнуть от нагрузок. Это важно сразу по нескольким причинам. Во-первых, сердце должно быть привычно к интенсивной работе. Тогда, скажем, внезапный стресс не будет им восприниматься как чрезвычайная ситуация. Во-вторых, от малоподвижного образа жизни кровь имеет свойство застаиваться и густеть. А стенки сосудов при этом становятся менее эластичными, соответственно, повышается вероятность того, что какой-нибудь сосуд не выдержит. Кровь нужно разгонять по телу хотя бы время от времени, но помните, что если вы отвыкли от физических упражнений, приучать себя к ним нужно постепенно. Телу нужно время, чтобы заново привыкнуть к нагрузкам. Чаще ходите пешком, время от времени игнорируйте лифт и поднимайтесь по лестнице. Да и пара несложных упражнений в день – это уже что-то. Руками там помахать или поприседать, особенно если работа сидячая. Там плеч слегка размять. Например, у меня в часах есть функция, если я час сижу, очень мало шевелясь, они мне предлагают встать и сделать 5 раз вот так. И я встаю и делаю. Вроде бы мелочь, а полезно. И небольшой совет по поводу питания. Если хотя бы несколько раз в неделю отказываться от мяса или мучного, все остальное разнообразие материализуется само собой. Овощи там появятся, сыр, рыбка, фрукты, какие-нибудь крупы. Ловушка нашего рациона в том, что мясо и мука стали универсальным вариантом и вытеснили все остальное. Полезно иногда из этой ловушки выбраться хотя бы для разнообразия. Тем более, что многие проблемы идут как раз от злоупотребления жирным мясом. Что касается алкоголя и кофе, пусть они хотя бы не становятся чем-то ежедневным и привычным. И не забывайте пить водичку. Вот у меня даже вот здесь стоит. Бренд не буду показывать. Водичка делает кровь менее густой, а это важно. Я не то чтобы прям призываю вас есть салат и бегать по утрам, но скажу, что если вы чувствуете, что вы в группе риска, обращайте внимание на сигналы, которые подает ваш организм. Дискомфорт в области сердца после тяжелого дня, головная боль после кружки кофе, одышка после подъема по лестнице. Вот это все. Главная проблема, из-за которой статистика такая печальная, заключается в том, что люди привыкли оттягивать все до последнего. Ну, поболит и само пройдет. А ведь это не так, оно копится и наслаивается. Так что будьте внимательнее, слушайте свой организм и берегите себя, и все будет хорошо. Но давайте лучше вернемся к нашему никотину. Небольшая памятка и вывод из всего вышесказанного. Где-нибудь вот здесь. Не надо парить слишком много на голодный желудок. Осторожнее сочетать никотин с кофе и алкоголем. С удвоенной осторожностью, если есть проблемы с давлением. Его можно проверить в любой аптеке, ну практически в любой, когда вы будете проходить мимо. И если у вас есть проблемы с сердцем, вы уверены, что вам так уж нужен никотин?